Это вот роддом на Химпоселке. Посмотрите. Там вот 12 микрорайон. Это вот Ожоговый. Ожоговый центр. Помните, наверное. Вот здание 5-й поликлиники. Здесь вот люди все ожидают. Ожидают. Выписки. Выписки ожидают. Фотографируется здесь. Выписной зал. Сейчас пойдем в выписной зал. Мой внук должен сегодня, Доминик, должен быть выписан. Доминик. Вот сын. С Августином, внука. Какая там информация? По очереди все. Тут столько много людей выписывают, да? А? А так вот, видите, здесь. У каждого своя очередь. Здесь уже не знаешь, как и что. Тут выходят разные. Такая ситуация складывается. Нам придется ждать. Так как у меня паузы нет, я, наверное, тогда выключаю, потом соединю. Будем ждать.